Менее чем через месяц наш город примет участие в международной туристской выставке «Анапа. Самое яркое солнце России». Крупнейшее в стране и одно из самых престижных в профессиональной среде турбизнеса мероприятие пройдет уже в 27-й раз. Ожидается прибытие более чем 300 представителей туристической индустрии России и ближнего зарубежья. Накануне наша съемочная группа встретилась с организатором этой выставки и узнала некоторые подробности этого масштабного и значимого для нашего города мероприятия. Екатерина Анатольевна, в этом году выставке исполняется уже 27 лет. А с чего все начиналось? Сначала выставка была просто анапская туристская выставка, туристическая тогда было правильно говорить. И как бы на этом все и заканчивалось. Выставка, которая прекрасно организовалась, выставочные площадки у нас были в санатории Анапа и часть площадей в санатории Анапчанка, если вы помните, да, были такие. Тогда еще не было оборудования такого экспо, как сегодня, да, панели и так далее. И все это делали сами здравницы. Это было очень красиво. Каждый делал какой-то свой стенд, что-то разворачивали, привозили с собой ковры, столики, чайнички, фрукты. То есть все готовились к этому событию очень серьезно. Кстати говоря, вот как родилось само название? «Анапа. Самое яркое солнце России». Вот это, по-моему, было предложение Терпиловской. Вот, по-моему, Наталья, значит, Евгеньевна как раз и сказала, давайте мы ее назовем что-то там «Анапа. Яркое солнце». Ну, потом решили, ну, раз «Анапа. Яркое солнце», так давайте «Самое яркое солнце России». То есть, и вот с тех пор у нас уже лет 15 выставка идет под вот таким названием, которое объединяет в себе и погоду, потому что у нас все-таки солнечных дней очень много, и людей наших солнечных, светлых, и отношения наши к городу. И с тех пор еще у нас как раз добавился статус международный, потому что к нам активно тогда ездили представители Австрии, представители Греции, киприоты. То есть поэтому, в общем-то, вот мы и определились таким чудесным названием. Как менялась выставка за эти 27 лет? Состав участников, может быть, формат самого мероприятия? Ну, формат выставки изменить достаточно сложно, и, в принципе, это некая константа, которая существует всегда и везде. Это один формат, это выставка. Выставка там, где экспонент может предложить то, чем он владеет. Развитие выставки, конечно, претерпело очень много изменений. Ну, начнем с того, что сегодня инновационные технологии достаточно широко вошли. Ну, наверное, и самый главный вопрос, что нам ждать в этот раз? Немножечко, конечно, можно завесу приоткрыть. Опять будут интересные входные группы на входе к выставке. Значит, это опять работает администрация. Они прям с увлечением этим занимаются. Им это тоже очень нравится. Они также любят это мероприятие, как и мы. То есть, ну, что это единственное, в общем-то, такое большое мероприятие туристского плана. Значит, по деловой программе у нас достаточно интересные темы будут подниматься, потому что для создания деловой программы сделалось анкетирование, и те темы, которые задали наши респонденты, вот они будут обязательно затронуты в создании деловой программы для того, чтобы участники и гости выставки могли посетить эти мероприятия. Заявили о своем желании деловых хороших семинаров. Это компания Twill.ru, да, это, мы знаем, это интернет-компания, Travel Line, значит, предприятие «Красивый бизнес». Это предприятие из Санкт-Петербурга, они первый раз к нам приезжают, они хотят не просто сделать презентацию своего стенда, но еще и провести мастер-класс по ведению, умелому ведению представления услуг, освещения его в средствах массовой информации и так далее. Обязательно, конечно, будет круглый стол большой, там будет глава нашего города, обязательно будет министр курортов и туризма Кубани.